Динамо. В итоге выбрасывание выиграли. Вишневский на Карухова. Проброс не будет. Сафронов. Вишневский первый на шее. Но ошибается. И какой момент у Сибири! Хо-хо! Красиво как! Уложили Волкова, но вот ошибся Вишневский в своей зоне. И в итоге тут на троих сообразили новосибирцы. И красиво-красиво забрасывают третью шайбу у ворота Алексея Волкова. Показывают нам крупно Антона Малышева, нападающего Сибири. Еще раз смотрим этот момент. Ошибка. И Санников. Передача на Малышева. И хладнокровно тот в ближнем бою переигрывает Алексея Волкова. Наказали новосибирцы за ошибку динамовцев. 5-3 становится счет.